Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня самоделка будет из профильной трубы 20 на 20. Нарезал я 4 куска по 180 мм. Сейчас начну размечать. С каждой стороны отступлю по 15 мм и очерчу линии. Теперь каждый кусок переворачиваем и отступаем с каждой стороны по 40 мм. Теперь на каждом куске необходимо найти центр и каждый кусочек надо закернить. Я все зажал в импровизированные тиски и начинаю просверливать отверстия. Сначала шестерочкой, а дальше будем сверлить мы сверлом на 12. Наши заготовочки просверлены. И самое главное, чтобы отверстия были строго перпендикулярно. Это очень важный момент, почему вы поймете это дальше в видео. Теперь берем наши кусочки, отправляем в нашу импровизированную покрасочную камеру. Все это окрашиваем в красный цвет. За кадром я нарезал такие вот кусочки. Они у меня определенного размера, под мою ШМ. У вас будут, конечно же, размеры совершенно другие, потому что болгарочки у всех разные. Сейчас все это накручиваю на болгарку. Затем все это будем сейчас приваривать. Все приварил, покрасил опять же в красный цвет. Дальше будем в самый приятный момент собирать всю нашу конструкцию. Сейчас я поставил подшипники. С каждой стороны ставлю гаечки. Все это делаю через шайбы. Всю конструкцию мы собрали, все подшипнички у нас ровненько ходят. Остался еще один самый главный момент в этой конструкции. Вставляем профильную трубу и будем сейчас ее обжимать, чтобы у нас все подшипники были плотненько, никакого люфта, чтобы не оказалось. Поможет нам это просто гаечками, будем подтягивать, затягивать все это. Обязательно все проверяем, чтобы профильная труба у нас ходила без люфта, но и в то же время она ходила туда-сюда. Ну, я вот немножечко тут еще решил подтянуть. В общем, довожу все до ума. Сварил я вот таких еще два элемента, опять профильная труба, наварил с каждой стороны по две гаечки и 40-й уголок. Сейчас будем ставить это все на место. Ну, все элементарно, накручиваем на заранее вставленную шпильку. Ставим это вот на металлическую конструкцию. У меня, я не знаю, откуда такой кусок металла остался. Нашел его тут, наверное, единичка. Сейчас приварим два уголка, чтобы была у нас подставка. Отходила от стола, чтобы было пространство. Все это обварю. Заранее уже
за кадром просверлил 4 отверстия, нарезал резьбу. Теперь берем болтики и закручиваем всю нашу конструкцию к раме. Также прикручиваем болгарку к сварной конструкции. Немножко я здесь ошибся, приварил не с той стороны, пришлось перенести и заварить. Закручиваю нашу конструкцию на болты, они у меня сделаны под шестигранник, я их заранее укоротил в нужный размер и теперь все это притягиваю. Теперь беру два болта на 12, надеваю две шайбочки, обязательно через шайбы все делаем, вставляю просверленные отверстия, также одеваем с другой стороны шайбы и все это затягиваем. Все хорошенечко затянул, теперь проверяю, чтобы наша конструкция хорошо ходила. Как могли видеть ранее, я приварил гайку к нашей конструкции, также под болт, чтобы можно было фиксировать угол наклона самой болгарки. Выставляем все теперь под угол 90 градусов, все вымеряем, чтобы было четко. И уже можно будет фиксировать саму гайку. Кабель от УШМ я удлинил, просунул это в профильную в трубу в направляющую, чтобы он нам не мешал. Теперь беру, включаю все это в сеть и начинаю прорезать отверстия, чтобы у нас был прорез четкий по центру. Сделал я пропил, а также вот приварил такую ручку, чтобы было удобно вводить УШМ туда-сюда, чтобы была фиксация, фиксировалась в руке четко. Также отрезал уголочек 40 на 40, срезал лишнее. Сейчас буду подгонять его под угол 90 градусов. Просверлю несколько отверстий и также сделаю под угол 45 градусов. Я примерно там уже все расчертил, осталось только просверлить и нарезать резьбу. Также покрасил ручку, покрасил уголок, предел, фиксатор, чтобы у нас можно было зафиксировать все это под 90 градусов, а также под угол 45 градусов. Но теперь осталось все это затестить. Зажимаем уголок, все это притягиваем такой струбцинкой прижимной. Обязательно одеваем очки, без них никак. Начинаем резать. Кнопка включения у меня, правда, западает и выключается, но это была старенькая уже болгарочка. Теперь посмотрим, как на взгляд получается под 90 градусов. Проверим это уголочком. Все четко. Сейчас все открутим барашек, переставим под угол 45 градусов. Также затестим по другим углом. Все это отрезаем, все делаем аккуратненько. Болгарочка пилит очень даже хорошо. Просто немножко непривычно. Так, ну теперь смотрим, проверяем. На первый взгляд тоже все хорошо. Ну, проверим угольничком. Все четко 90 градусов. Запил получается ровный, аккуратный. Единственное, не хватает в этой конструкции возвратного механизма, чтобы надо приделать пружину. Конструкция, конечно, немножечко сыроватая, но тем не менее вариант вполне рабочий. Может быть, конечно, необходимо внести какие-то свои корректировки.
Вы, конечно, пишите в комментариях, что бы вы добавили, что можно сделать. Вам всем, конечно, хочу сказать огромнейшее спасибо, кто смотрит меня, кто со мной, кто поддерживает меня. Всем вам жму руку, всех вас обнимаю. Еще раз спасибо. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался. До новых встреч, до новой самоделки. Пока-пока.